Вот такой пришел у нас термометр, как бы компактный, показывает влажность и температуру. Ну, сложно пока сказать, насколько он хорош. Можно и температуру тела мерить, ну, руки взять, сжать. Да нет, тут же датчик не выходит, как бы, ну, не соприкасается с наружной частью, будем так говорить. Ну, в принципе, компактный такой, показывает четко, отлично.